Прошло уже 35 лет с той страшной аварии, которая потрясла весь мир, изменила сознание и судьбы миллионов людей. Взрыв на Чернобыльской АЭС застал врасплох и дал понять, что безопасность людей должна стоять на первом месте. По распоряжению главного инженера станции сделали эксперимент. Отключили 4 степени защиты, 4, которые предусматривали от всяких неожиданностей. Или кто случайно кнопку нажал, или еще что-то. 4 степени. Всю систему защиты отключили, и реактор пошел в разгон. В результате теплового перегрева взорвался, и произошел выброс радиоактивных веществ. Облучение распространилось на 200 тысяч квадратных километров. К аварии никто не был готов. Пожарные не знали, как вести себя в зоне высокой радиации, приехали на тушение без обмундирования. Ученые не понимали, как остановить распространение вредных веществ. Медперсонал утопал в пострадавших пациентах. Местные жители ничего не подозревали, так как СМИ молчали об аварии без малого трое суток. После эвакуации населения остров стал вопрос о восстановлении разрушенных объектов и остановке радиационных выбросов. В ликвидацию последствий отправились специалисты со всей страны. Строительство началось в начале июня. Александр Филиппович возглавлял управление производственно-технологической комплектации. Наша задача была обеспечить строительство всеми строительными материалами, механизмами, машинами, запасными частями. Колоссальные объемы, это круглосуточная работа. Работал 3 бетонных завода, которые обеспечивали. У нас было 3 базы, 2 в Тетереве и 1 была в 30-километровой зоне на границе. Закрыть источник радиации нужно было максимум за 5 месяцев. Люди спали по 2-3 часа в сутки, работали на пределе возможностей с простейшей защитой. 30 ноября специалисты завершили строительство сооружения укрытия из бетона, металлоконструкций и свинцовых листов. Было такое облегчение, как будто действительно, значит, мы побывали на том свете и вернулись, выполнили ту задачу, которая перед нами стояла, получили высокую оценку своей работы. И была гордость за то, что мы большую пользу принесли не только Советскому Союзу, но и на международной арене укрепили свой авторитет. В связи с 35-летием со дня трагедии сотрудники библиотеки Маяковского подготовили для читателей выставку «Чернобыль. Помнить тяжело, забыть невозможно». На ней можно увидеть около 80 экспонатов, книги, иллюстрации, фотоматериалы, а также графические портреты ликвидаторов аварии художника Алишера Пяткова.